В Расторгуевском парке состоялся семейный праздник, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Спортивно-развлекательная программа под названием «Спортмикс» собрала у сцены всех желающих получить заряд бодрости и хорошего настроения. Началась весна, все люди выходят гулять, и мы надеемся, что в парке будут приходить как можно больше людей для наших мероприятий, чтобы посещать наши мероприятия. Организаторы подготовили игровую программу для детей и их родителей, показательные выступления спортивных коллективов и забег для всех желающих. А началось все с разминки. Мы должны постоянно двигаться, должны постоянно развиваться и поддерживать здоровый образ жизни. Поэтому всем необходимо заниматься спортом, особенно сегодня, Всемирный день здоровья. Конечно, больше всего празднику радовались дети. Они с удовольствием принимали участие в спортивных эстафетах, пока родители, бабушки и дедушки наблюдали за ними со стороны. Очень хорошо. Мы всегда отслеживаем, что происходит в парках города по выходным дням. И с внуками с удовольствием приходим. Нам очень нравится. Спасибо большое организаторам. Долгожданная весна наконец-то наступила, но в день проведения Расторгуевского спортмикса все еще было относительно холодно. Однако любителей спорта это не испугало. Спорт согревает, поэтому мне всегда тепло и не холодно. А теперь команде «Ананасы»! С наступлением теплого сезона мероприятия в парках отдыха города Видное будут проводиться регулярно. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.